Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в четверг, 13 февраля, у берегов Курильских островов, Россия, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах к юго-востоку от города Курильск. Очаг сейсмического события залегал на глубине 163 километра. Колебания земной коры были зафиксированы в 10 часов 33 минуты по Гринвичу. Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.